Дмитрий Кружков снова забил гол финской команде, но, к сожалению, это не помогло «Скале» победить, хотя игра была очень равная, очень напряженная. Дмитрий, твои переживания после матча «Скалы» против «Саста Маланвойна» в Финляндии? Очень жаль, что мы не дожали их, хотя была возможность. Может быть, у нас было пару моментов, чтобы сделать перелом в игре, но, может быть, это не хватило мастерства, где-то сил. Может быть, где-то не повезло чуть-чуть, но это не важно. Завтра мы будем собираться и играть только на победу для наших болельщиков. Спасибо, Дима! Скалу!